Так, друзья мои, вот это вот напиток был. Я, значит, слышала, что если взять, отрезать верхушку от такой банки, а потом приложить ее к утюгу, то, блин, голос охрип, то получается, что вот эта вот часть верхняя, она как бы запаяется, и будет вот такой вот, допустим, карандаш, стаканчик для карандашиков ребенку. Но у меня ничего не получилось, и остались края, ну, такие, можно пораниться, в общем. И вот Володя решил вот так вот сообразить. Ну, как бы мне нравится. Тебе не нравится, да, Мирчик? Не очень, а почему, как ты хотел? Как я придумала? Ну, не получилось, папа нас выручил. А, так давай еще один стаканчик сделаем уже, как я хотела. Я думала эти края декоративным скотчем вот так вот обклеить. А вот Володя решил вот так сделать. Так давай так и сделаем. Зачем папу обижать? Папа выручил, папа помог. Ну как? Ну, свою идею, свою лепту внес. То есть папа плохой? А зачем тогда ты так говоришь? Пусть он потом посмотрит видео и посмотрит, что папа нехороший и нехорошо поступил, да? Ну, а что тогда? А мне нравится. Тебе не нравится, а мне нравится. Тебе вечно все не нравится, Дамир. А мне нравится. Ничего не хочешь сказать? Мальчик. Ничего не хочешь сказать, мальчик со стаканчиком? Убирай стаканчик. Что, папа плохо поступил? Папа плохой? Папа тебя выручил. А что тебе все не нравится, что папа тебе делает? То есть мои решения интереснее, чем папина? Нет, сначала папа. Ну, ничего страшного. Сначала папа сделал. А я считаю, что папа молодец. Папа решил симпровизировать. Папа решил интересно сделать как-то, помочь нас, спасти нас. Папа постарался, в конце концов. Разве можно его винить за то, что он старался? Он же не знал, как я хотела. Он же потом узнал. Папа старался, он молодец, разве нет? Дамир, убери стакан от лица. Я говорю, разве нет? Ну, ты как-то недовольна это сказала. То есть папа старался, но похвалить его не за что, правильно? Ну, смотри. А я считаю, что папа молодец. И хорошо он сделал, и выручил. Тьфу на тебе, тьфу. Убирай стакан пустой от лица. Пойдем гулять. Давай, пошли гулять, собираться давай.